Ушел из жизни всемирно известный британский физик Стивен Хокинг. В 22 года у него диагностировали боковой амиотрофический склероз. Врачи считали, что жить ему осталось всего лишь несколько лет. Но Хокинг прожил еще более полувека. В январе ему исполнилось 76. Как признавался ученый, перспектива рано умереть заставила понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Потеряв голос, Хокинг общался через компьютер. Одна из его книг «Краткая история времени» стала всемирным бестселлером.